Привет всем! Сегодня буду снимать видео по запросу Мэх и Кнем об автозагаре Garnier Spray автозагар. Пользуюсь этим загаром очень давно, на протяжении уже, наверное, 5 или 7 лет. Этот автозагар вышел во втором вот варианте. Тут очень четкое распыление идет. Значит, автозагар проявляется за 3 часа, содержит автобронзирующий эффект растительного происхождения и содержит экстракт абрикоса. Пахнет он достаточно сильно, но развеивается примерно через несколько часов, ну даже быстрее. Пользоваться этим автозагаром очень просто. Вы распыляете здесь вот такой вот, вы видите, такое распыление очень удобное. Вот, и вы распыляете вот таким образом, затрагивая лицо, шею и те места, которые вам нужно немножко оттенить темным, да, сделать. Вот так вот, закрываю глаза. Наносить вот этот автозагар нужно на сухую кожу. Вот я сейчас в данный момент вышла из ванны, у меня немножко влажные волосы, но кожа уже сухая, в принципе. И ну, сухую чистую кожу можно немножко отскрабировать ее в душе. Значит, микрораспыление. Что еще могу сказать про этот автозагар? Я очень много перепробовала вообще автозагаров. И Dior мне не очень понравился, Clinique мне вообще не понравился. Shiseido это так, более-менее, и профессиональные средства я заказывала для автозагара, который моментальный. Вот. Но вот этот автозагар как раз для тех случаев, когда нужно быть загорелой к утру. Да, к примеру, вот как мне сегодня, я уезжаю из Санкт-Петербурга в Москву и буду колбаситься в поезде 8 часов, и хотелось бы приехать красивунной в первопрестольную нашу столицу, а не белой платяной молью. Вот, поэтому этот автозагар прекрасно подойдет для вот того, чтобы к утру быть красивой, потому что весь день ждать, он очень хорошо проявляется ночью, но желательно не соприкасаться, это единственное, что с подушкой. В принципе, и все. Спасибо большое за внимание.